И куда же ты делся? Странная история. Очень мутная. Так, что у нас там? 19:58. Пора бы и горло уже промочить. Настором. Так, где моя камера? Надо посмотреть. Что за суета? А что это у тебя там в мешке, а? Игрушка. А я-то уж подумал. Ну да, и в печку. Для чего ж ты топишь печку? Жаль, конечно, GoPro-ху, но зато мы узнали, что внутри. А вы-то откуда взялись? Столько домов в округе, а не именно в этот пруд. Как он ловко лазит. Комиксов про Человека-паука перечитал в детстве. Да твою ж! Погоди, это те же ребята! Он че, их жечь, что ли, хочет? А нет, смотри-ка, на чердак потащил. На кой черт тебе дети сдались, нечисть ты поганая? Надо что-то делать, не сидеть же на месте, сложа руки. Приветище, это приветище 2, вторая демка, и сегодня мы начинаем ее прохождение. У нас есть вот такая вот пукалка, телевизор и камера, потому что мы сраный журналист, вот. Нужен лом, чтобы отодрать доски, точнее не отодрать, а выломать. Вот ты понял. Найти ключ, чтобы открыть замок, и в принципе все. Рядом с моей левой ногой болтается, что правильно, микрофон, потому что я журналист. У меня должен быть микрофон, потому что мы что правильно, профессионалы. Но профессионалы начального уровня, потому что проходили подготовку у спецназ школы, у своего трудовика в школе, который пулял в нас напильником и сделал, собственно, вот этот крюк-кошку. Поэтому она настолько кончена, что не может даже нормально прицепиться к чему-нибудь. Ну или просто у меня руки кривые. Одно из двух. А еще меня бесит ее накручивать. Я бы назвал эту штуку свинокрюк, собранный трудовиком. Есть зацеп. Можно подниматься. Ага, вот как это все работает. Все ясно. Спецподготовка пройдена. Можно двигаться на разведку. Разведочка, значит, у нас проходит по периметру до... Да штопанный ты крюк, Кошкинс, а! Такое ощущение, что собирал ее не трудовик в школе, а какой-то рукожоп в подвале. Скорее всего, это был я. 35-я попыточка, и она увенчалась успехом. Мы взобрались наверх. И что мы тут увидим? А видим мы статую ворону, которую ворон слепил сам себе из какого-то дерьмица. Еще коробочка есть. В принципе, это все, ради чего мы сюда залазили, да? О, смотри, там вон что-то видно. Ладно, короче, десантируемся. О, по звуку кажется, что я уляпался в дерьме. Так, где эта фигня-то? А, вот она. Ну что у нас тут, нифига себе, она еще и металлическая эта статуя. Тыковки. Типа Хэллоуин, который давным-давно прошел, но он еще здесь старит. Че, пойдем, короче, пошаримся по квартиркам, по домам, поколедуем. А, коледовать это же под Новый год. О, смотри, местное отделение полиции сюда привозит алкашей. А еще здесь есть дырка в полу, это говорит о том, что тут есть что-то интересное. Интриги, призраки и расследования. И как я был прав, да, тут есть розетка. Это, конечно, не призраки, не интрига, нифига. Давай посмотрим на розетку поближе. Что мы с тобой видим? А мы видим наше падение на самое днище этого долбанного дома. В щель, может, пролезем? Нет, не пролезем, мы же жирный глист, поэтому никак. Главное, что правильно? Главное, не опускать руки. Иначе ты будешь где правильно? На дне. Короче, есть окно. Мы сейчас в него ворвемся. По крайней мере, видишь, я не настолько конченый, и помещаясь в оконный проем, это очень здорово. А на чердаке нас встречает второй этаж, в котором пустое пространство. И я чувствую, как эта игра нагибает мои извилины в мозгах и показывает, насколько она превосходна. Да штопанные ты носки!
который я забыл заштопать вчера, поэтому я сегодня голенький, ну, в смысле, без носочков. И еще один стрёмненький, страшный хэллоуинский дом с паутиной, пойдем прошвырнемся по нему, схватим какую-нибудь болячку и сдохнем от сыпи, как это обычно бывает. Ну, потому что, ну, посмотри, какой бомжовский дом, тут только тыквы, баночки какие-то от кетчупа. Что тут еще у нас? Шашечки для вождения, самогон. Ну, точно бомжи живут. Так что сифак тут подцепить как делать нефиг. О, кстати, смотри, вот тут вот может что... Нет, там не может. Ничего не открывается. Это же демка. Пойдем наверх. Что мы тут умеем? Дырявый холодильник ух ты, конфеточка. Конфеточка. Учитывая, когда закончился Хэллоуин, конфета уже просроченная, и жрать ее не советую. Сам себе. Вот. Что? Что? Я думаю, что пора отсюда выпрыгивать. Прям с окна. Туда у меня крюк не долетает. Ладно, пожалуй, чтобы не сломать кости, я спущусь, как сюда поднимался. Бегу на звук генератора. Он где-то здесь на заправке. Я слышу его. И он исходит откуда-то сверху, поэтому мы лезем на крышу заправки. В надежде на то, что мы здесь, да, действительно найдем генератор. Вот он. Теперь я знаю, что я могу подключить в ту розетку, которую мы увидели в доме. Свистнем, короче, сейчас вот этот проводок. Ох, проводок. Свяжу тебя в узелок. И забираем этот генератор. Мы телепортнулись снова в этот дырявый дом, в котором нету дна. И попытаемся сейчас запитать розетку при помощи генератора. Ну, как ты понимаешь, по-нормальному у меня никогда не бывает. Генератор тут на краю поставить я не могу. Могу поставить его где-то в заднице, но, блин. Короче, я понял, для чего нам нужна дырка в потолке. Ставим генератор на втором этаже. Цепляем сюда наш проводок-узелок. И скидываем другой конец туда, в эту дырку, чтобы провод, собственно, свисал. Вот, смотри, вот таким вот макаром. Чисто по-спецназовски. Теперь одолевают меня умственные припадки, потому что я не понимаю, как я смогу подключить розетку, если я ростом всего в 1.50 м, а не 3 метра, да? Я смотрю, вот сейчас как бы это все схватить-то грамотно. Вот, ну как? Руки у меня тоже всего лишь под 1.50 м, а не под 3 метра. Так, короче, крюк-кошка может меня выручить, но это не точно. Значит, мы сейчас по-спецназовски перепрыгиваем за проводом, точнее, прыгаем на провод. Давай, на провод. Опа, видал, да, видал, все получилось шикарно. Главное, чтобы он не оборвался. И втыкаем его в розетку и падаем снова на днище. Дно — это мое все, походу, сегодня. Короче, все, что нам сейчас остается, это просто тряхнуться, встать, подняться на второй этаж, запустить адский генератор и как-то забрать нашу свинокрюшку, крюк-кошку. Вот и все. Давай, попыточка. И... обосратушки, не получилось. Да, не вышло. Ну, может быть, со второй попыточки что-нибудь да получится. Давай. Еще разок. Пернуть в воздухе, чтобы немножечко задержаться. И тогда все получится. Давай. И вышло. Шикарно. Вход через окно уже устарел. Я вспомнил, что у меня есть крюк-кошка. Делаем вот так. Потом вот сяк. И запускаем генератор. По красоте. Сейчас мы откроем с тобой обезьянник и выпустим бомжей. Да нет, шутка, тут бомжей нету, это же очевидно. Что у нас в холодильнике? Что там спрятано? Конфетка, еще одна просроченная конфета, которую, если я съем, то одолеет меня диарея на весь вечер. Вот, поэтому пойду я, пожалуй, выключу генератор. Вдруг там топливо кончится. А он мне еще пригодится, правильно? Правильно. Уф, тишина. Никакой генератор не компостирует мои извилины в мозгу. И это хорошо. Значит, мы можем трезво думать дальше о наших планах. Пойдем, пожалуй, по этой тропинке или нет, или по той. Три тропинки. Ну, блин, это как из сказки той, типа, налево пойдешь, там огребешь, направо пойдешь, на дно упадешь, а прямо пойдешь, к толкану придешь, да? Вот, собственно, смотри, вот и толкан. А, не, это КПП, где сидит злой охранник, с которым я сейчас могу зацепиться. За красное словечко. Ай, нет, никого тут нет. Одинокий мальчуган бегает на стройке.
А, наверное, мальчуган, просто бомжонок. А, я же этот, какой мальчуган? Я же уже вырос, я же теперь с усами, у меня есть микрофон, который болтается слева от ноги. О, озеро. Огонь. Там домики. Прикольный вид у этих домиков. Ладно, продолжаем наши поиски, я же журналист, профессионал своего дела. Мастерски просто ушатал крюк-кошку. Опа. А, собственно, где моя крюк-кошка? Она от страха испугалась ворона и сдриснула с моей руки, что ли? Или что я в руке вообще держу? Я вроде бы стреляю, но не понимаю. О, ворон, может, ты меня выручишь? Просто отхватил лещей. О, зато он выхватил у меня крюк-кошку. Надо его догнать и шандарахнуть его по башке. Так, сейчас камера как пульну. Ну да, я же косорылый немножечко, поэтому промахнулся. Но вот зато телеком я точно его догоню. Подожди, не убежишь. На тебе по шапке. Отлично, крюк-кошка у меня снова в руке. Ворон офигевает от того, что с ним произошло вообще. Телек я забираю, остается только камеру найти. Уже стемнело, я все ищу камеру. О, нашли, набрели, наконец-то, здорово. Короче, я на развилке теперь пошел налево, посмотреть, что тут у нас происходит, собственно. И смотри, куда набрел. Просто, тут, походу, сатанисты какие-то вороненские. Ларьки-марьки, может, тут это рынок какой был, я не знаю. Касса. О, смотри. Колесо обозрения. Игрушечки. Три тарелочки. Это покормить, наверное, надо кого-то конфетами теми просроченными, да, чтобы на них дресня напала. Ну ладно. Красная конфетка в красную тарелочку. Вот так вот. А в оранжевую тарелочку вот эта вот конфетка, ну она подходит сюда. А в зеленую тарелочку у меня нет конфетки, значит кого-то дресня не настигнет, кому-то фартанет. Придется искать третью конфету. Ну хорошо. Я думаю, что это мы сделаем уже в следующий раз, потому что уже вечереет, там полицаи едут. Слышно где-то сирену было. О, кстати, тут тоже стол, смотри, есть. Но не накрытый, тут бутылки какие-то стоят. В общем, ладно, все. Не забудь поставить свой лайк под этим видео, если тебе нравится «Привет, сосед», ну и также мои видео. И подписаться, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в новом видео. Да приснится тебе сосед и аттракционы. Хо-хо-хо. Все, пока.